Всем привет, друзья! Всем привет! Милана спряталась за томатными кустиками и показывает нам томат. Черри-банан. Они вот такие желтенькие и сладкие, как бананы. Это очень классный томат, который мы выращиваем уже много лет. Один из любимых томатов Миланы. Да. И мой тоже любимый томат. Я вообще люблю черрики. И особенно черри банана. Он сверхранний, поспевает практически самый первый. И он очень сладкий, мясистый, вкусный помидорчик. Вот уже перезревшие даже осыпаются. Давай отрежем веточку. И посмотрим мякоть и на весах какой он. Сколько затянуло? 130, наверное. Ну, 130-140 грамм. По результатам прошлого года мы тоже взвешивали, были такие кисточки. Давай теперь один плод. Взвесим, один порежу. Сколько он? 20. 22, наверное. Ага. Ну, плоды 20-25 грамм. Теперь нам разрежь, покажем мякоть. А я ближе просто плод покажу и расскажу. Черри банана высотой до 2 метров в открытом грунте. Плоды у него желтые, удлиненные такие сливочки весом 20-30 грамм. Желтого, желто-оранжевого цвета. Очень сладкие, очень вкусные. Берем. Мякоть тоже желтая. Плоды двухкамерные, мясистые. Можешь не резать, я этот попробую кусочек. Потому что хочется попробовать черри банана. Я их как бы и не наелся. Восхищаюсь всегда вкусом. Он очень сладкий и в то же время плотный и сочный. Они очень классные. Консервировать с кетчупом чили. Пикантный будет вкус. Со стринкой. Ну и просто в собственном соку. Просто обалденные. Мы сейчас покажу вам еще раз кустики. Увешаны. Мы здесь уже собирали плоды, как видите, вот томатики уже оборваны. Это у нас тут черри банана, еще есть в конце грядки. У нас 40 кустов посажено. Надо с них очень много семян, потому что дачники с удовольствием покупают эти семена. И что мы хотим сказать, Милан? Всем пока. Если хотите заказать этот томат, заходите в описание, там будет ссылка на наш сайт. Да, также ищите на моем канале, есть обзоры за прошлые годы. В 2019 году мы с Миланой показывали обзор, там, кстати, она еще была маленькой. Найдите видео, обязательно посмотрите. И прошлогодний есть обзор. Томат очень достойный, кто хочет заказать, заходите на сайт и покупайте. Всем пока! Всем пока!